Всем привет! Данное видео будет посвящено решению задач по теме определения массовой доли элемента по формуле. У меня есть, кажется, на канале, но чтобы вы не листали дальше, сейчас как раз синхронно это проходит в 8 классе, может быть, в 7 классе, кто химию 7 класса учит. Итак, у нас с вами есть формула ферм-2О3. Напомню, что маленькая цифра называется индексом и показывает число атомов, которые входят, данного элемента, которые входят вот в эту формулу. Нам надо найти массовую долю железа вот в этой формуле ферм-2О3. Массовая доля обозначается греческой буквой омега, сейчас я называю W. Формула, которой мы будем пользоваться для расчета. Массовая доля элемента равна, числитель у нас атомная масса данного элемента, мы ее находим в таблице Менделеева, в знаменателе молекулярная масса. Напомню, что молекулярная масса – это сумма относительных атомных масс элементов, которые входят в данную молекулу. При этом нужно запомнить, что если, например, нам надо найти сейчас омега железа, то железо, вот мы видим здесь 2, индекс 2, 2 атома железа. Значит, мы атомную массу железа должны умножить на 2. Итак, смотрите, как мы находим атомную массу железа. Относительно атомная масса вот указана в ячейке под номером элемента 55845. Мы округляем до 56. Поскольку в формулу у нас входит 2 атома железа, вот индекс двойка, мы относительную атомную массу железа 56 умножаем на 2. Внизу знаменателем мы пишем молекулярную массу, то есть 2 умножаем на 56, 56 относительная атомная масса железа, и 3 это число атомов кислорода, которое входит в эту формулу, умножаем на 16, 16 это относительная атомная масса кислорода, вот 15999 мы округляем до 16. Что у нас получается? Массовая доля элемента железа в этой формуле 0,7. Или, если нужно в процентах, мы 0,7 умножаем на 100%, получаем 70%. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк, пишите свои вопросы, подписывайтесь на канал. Пока!